Привет, Влас. Знаете, на ваш вопрос несколько сложно отвечать, потому что, ну, он как бы противоречит немного сам себе, да, то есть вот то, что вы пишете, это такое вот, к сожалению, да, противоречие. То есть, смотрите, какая получается история. Вы спрашиваете, как пережить свадьбу любимого человека. Надо сказать, что знаете, у вас здесь столько противоречий, столько, что вот для одного вопроса, столько, что даже возникает трудность, какого противоречия начать, да? Если человек ваш любимый, если человек любимый для вас, любимый, то вы понимаете, вероятно, что свадьба для него, для вашего любимого человека, это счастье. Это натуральное счастье для него. И по идее, если вы, ну, действительно вот, ну, чувствуете, да, что это любимый человек, то вы, ну, не будете переживать свадьбу, а вы порадуетесь за него. Вот. А так получается, что вы не радуетесь за него. И если вы не радуетесь за него, то можно ли назвать это любовью? Что, если вы к нему чувствуете? Можно ли воспринимать человека как любимого тогда, если вы его, ну, если вы не можете за него порадоваться, как бы, вот. То есть, мне кажется, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос в данном случае. Это первое противоречие. Второе противоречие, которое я хотел бы обозначить, это то, что если мужчина женится не на вас, то фактически этот человек, ну, не может быть любимым, вот, потому что он выбрал другую. Вот. Он выбрал другую. И его выбор, это означает, что вы для него не любимы, а это, опять же,
в свою очередь значит, что вы видите его не тем, кем он является. То есть вы видите его кем-то другим, скорее всего. И мне кажется, что вот из таких противоречий состоит ваш текст, из таких противоречий состоит ваш, ваш вопрос, что, собственно, и создает некую сложность в том, чтобы помочь вам. Дальше. Переживать, именно переживать, не нужно ничего. То есть вам не нужно это подавлять в себе. Вам не нужно запрещать себе что-то чувствовать, если особенно вы чувствуете. Наоборот, раскройте и подумайте, почему вам так тяжело переживать то, что любимый человек, ваш любимый человек, вроде как, что он, ну, допустим, нашел наконец, к примеру, свое счастье, и что ему, в общем-то, хорошо сейчас. Вот. То есть, это вот тоже тот момент, на который вам нужно обратить внимание. Самое пристальное внимание, надо сказать. Потому что именно то, что вы, как вы чувствуете сейчас, потеряли, да, является корнем вашей проблемы. То есть это вот такая нуждаемость в чем-то. Вот. Это такая вот нуждаемость в чем-то. И нужно, совершенно очевидно, эту нуждаемость в чем-то разбирать. Потому что в противном случае я боюсь, что вы так и будете страдать по человеку, который вас, условно говоря, воспринимает совсем по-другому. Вот так. То есть вам, условно говоря, нужно взять на себя ответственность за то, что вы хотите. Вам нужно взять на себя ответственность за то, что вам нужно. Только личную ответственность вам нужно взять. И, собственно, тогда и только тогда есть вероятность того, что ситуация наладится, и вы сможете по-другому воспринимать
то, что сейчас происходит. Итак, еще раз. Вам не нужно забивать на свои чувства. Вам не нужно, нельзя, вредно забивать на свои чувства сейчас, когда вы, ну, условно говоря, вот в чем-то нуждаетесь, да? Когда вы, условно говоря, очень живо в чем-то нуждаетесь, когда вы, условно говоря, остро в чем-то нуждаетесь, когда вы, условно говоря, переживаете очень сильно из-за чего-то. Не для того, что молодой человек женится. Проблема-то она, скорее всего, в другом. Проблема заключается в том, что вы для себя в этом видите. Проблема заключается в том, как вы это воспринимаете. Скорее всего. А восприятие, оно ведь из ниоткуда берется. Вот. Восприятие, оно ведь берет свое место именно из ваших желаний, именно из того, как вы, насколько вы чувствуете себя, к примеру, реализованным, насколько вы чувствуете себя раскрывшимся, самостоятельным и так далее. Поэтому активно здесь нужно опираться именно на это. В целом, если ситуация совсем острая, в том смысле, что если мужчина вот прям, ну, здесь и сейчас уже женится, да, если он прямо здесь и сейчас это делает, то в этом случае не бойтесь проявлять свои самые нелицеприятные, как вы, может быть, думаете, чувства, да. Главное не зажиматься в себе. И после того, как все чувства вы отреагируете, да, отплачетесь и так далее, когда уже не будет сил у вас плакать, тогда уже можно будет посмотреть на то, что за этим стоит, и увидеть, как вы оказались в этой ситуации. Как вы оказались в ситуации, когда любимый человек, которому у вас есть чувство, женится на другой. Вы понимаете, это не от хорошей жизни, и уж точно не от ощущения гармонии внутри себя, и не от ощущения счастья. Вот. Но хорошо в этом то, что все это можно подкорректировать, все это можно поправить, вам можно помочь. Главное, ваше желание, главное, чтобы вы хотели, ну, чтобы вам помогли. Вот. И мы с радостью это сделаем. Потому что одной вам, вероятно, будет трудно, а друзья ваши, они не обладают теми навыками, чтобы оказать вам реальную помощь, а не просто, ну, поддержку вам. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Надеюсь, что вы
учтете те противоречия, на которые я обратил ваше внимание, надеюсь, что обратил ваше внимание. Вот. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ну, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего вам самого доброго.